Школьница из Актобе спасла жизнь своей полуторагодовалой сестренки. ЧП произошло в дачном домике, где дети находились одни. Над печкой сушилось одеяло, которое в какой-то момент вспыхнуло. Огонь быстро охватил все помещение, дети могли погибнуть в пожаре, но 10-летняя Сагыныш Бекниязова не только спаслась сама, но и смогла вытащить из огня сестренку. За этот героический поступок девочку наградили благодарственным письмом начальника ДЧС Актюбинской области. Торжественное мероприятие прошло только сейчас, хотя само происшествие случилось в январе. Как рассказали спасатели, дом тогда сгорел полностью. Девочку наградили за храбрость и самообладание в чрезвычайной ситуации.